Андрей, во-первых, поздравляем тебя с днем рождения. Во-вторых, каково это играть в такой день? Ну, так как, если смотреть, я не так часто играю, хотелось и в день рождения свой хорошо выступить, и вообще, в принципе, давление какое-то присутствовало. Но когда выходишь на поле, это все забывается, и, в принципе, на поле уже этот мандраж проходит. Так что в игре себя чувствовал уверенно. Ожидал, что сегодня будешь на поле? Когда узнал о том, что будешь в числе 11? Узнал только на установке тренерской. Ну, вчера уже какие-то домыслы были на предыгровой тренировке. Так что узнал, в принципе, так же, как и все, когда объявили стартовый состав. Казахстан много проблем доставил? Ну, в первом тайме они еще доставляли проблемы. После третьего гола, мне кажется, у них уже опустились немного руки и стало попроще. 4-0 счет по игре? Мне кажется, да. И в конце могли еще забить. В принципе, у своих ворот ничего не дали позволить сопернику. С чем больше поздравляют сейчас? С победой или с днем рождения? Я вот сейчас только на самом деле выключил сегодня телефон, чтобы это не отвлекало. И сейчас буду смотреть поздравления, кто что как. Ну, очень, конечно, приятно выиграть. Очень важный матч для сборной.